Маник получается очень нежным с ароматом цитруса, хрустом мака и кислинкой клюквы. Делается очень просто и очень вкусно, хоть с чаем, хоть с молоком. Попробуйте. Апельсин для этого маника нужно вымыть тщательно при помощи щетки с мылом. Нежность пирога зависит от сорта манной крупы. Чем она мельче, тем пирог получится нежнее. Не советую исключать соду или разрыхлитель. В этом рецепте они нужны оба. Маник можно сделать и с лимоном, но тогда нужно увеличить количество сахара. Если не любите мак, то можно его исключить, а клюкву заменить на вяленую вишню или изюм. Приятного аппетита! Подготовьте все необходимые ингредиенты. Вымойте тщательно апельсин. Порежьте его на дольки, удалите семечки. Измельчите с помощью блендера до однородного состояния. Добавьте яйца и кефир. Взбейте до однородного состояния. Добавьте манную крупу и перемешайте. Оставьте на 40 минут. Добавьте мак и перемешайте. Добавьте масло, муку, соду и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто. Добавьте клюкву и перемешайте. Смажьте форму маслом и обсыпьте мукой. Выложите тесто и разровняйте. Выпекайте маник в горячей духовке при 180 градусах в течение 50 минут. Дайте немного остыть и достаньте из формы. Полностью остудите. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте. Приятного аппетита!